Надо спросить, это правильные вообще? Почти. Без миллиметра. Значит, можно еще чуть-чуть идти этим шагом. Еще скорость убираем. Так, у кого там рука чувствительная, мужики? Да у кого? На полгерца. Будем впаивать. Будем повышать градус, будем повышать температуру, будем впаивать. Напишите там 6 метров. Мне нужно снять ему масло, еще как масло капает. Какой скоростью, потому что может оказаться, что многовато. Вот он на шаг пошел. Вот это я вижу уже рукава, которую я получаю. То есть это шаг, который должен быть. Да. Вот все управление только скоростью, ребят. Только скоростью. Сейчас там еще надо будет. Режим есть. 6.58. А варка уже. Чё? Давай, наверное, рубанем, походу дела, она не вплавляться стала. Не вплавляться? Вплавляться. Вплавляться мы будем, градусы будем добавлять на голове и будем довплавлять. Уже пошла? Вот потрогай. Что, уже вплавилась? Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Там-то она вообще была просто. Да, вообще. Там она просто, она вообще не вплавила. Она там буквально. Там, сейчас день. Подожди, мы сейчас на 6.58 посмотрим. Угу. Так, нет, это не. Слушай, это...